Хейо, гайс, мышмики, мы продолжаем проводить игру под названием After Dead. Окей, я так подумал, давайте, наверное, мы... Так, мышка же работает, да? Она видна же, по сути, на экране. Отправимся вот сюда, да? Там, где у нас было пиратское логово. Где я не мог пройти из-за того, что... Из-за того, что... Что у нас там было? Паутина там. Пока вспомнишь еще сам, что там было. Так, у нас еще и наверху была, кажется, паутина где-то. Сейчас скажу, где. Вот здесь, кажется. Ладно, поехали сюда. Сейчас мы с этим всем разберемся. Разберемся все по-быстрому с этим. Это, знаете, типа рядовых врагов. Но они одноразовые. Типа, ты их убил, и все, они больше не появятся. О, с этой стороны тоже что-то есть. Не помню, что здесь. Ладно, сейчас посмотрим. Я помню, тут еще где-то должен быть черепок секретный. Где-то должен быть секретный черепок. О, косы. 9 кос у нас теперь. Вообще. Щикос. Теперь вообще шикос. Теперь вообще шикос. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ой-ой-ой, какого хера вы пролетаете? Так, хорошо. Ну, как вы видите, здесь у нас уже с вами в основном сокровища. Пиратское. Ну, ёлки-палки, ну что у вас так много там? О, сразу на сердце плюс. Что у вас там творится? Чего вас так много? Ой, боже, вот эти руки. Хоть он последний раз... О, плюс одно. Даже не одно, блин, а часть. Окей. Окей. А что у нас там было? Что у нас там? Ладно, ничего, значит, дойдем далее. Все равно кажется, что тут будто вот проход есть. А его нету. Кажется, что там есть проход, а его тут нету. Я знаю, где есть проход, но я туда пройти не смогу все равно. О, еще плюс мощь. А, это карта. Это карта. А у нас карта там, я вижу, нормально. Типа, есть слева проход. Это тупик, скорее всего, справа до конца. Что-то да есть. Что-то да есть. Что-то тут прячут от меня.
А, тем. Думаю, что я запрыгнуть не могу. Пройти тут можно? Нет. Блин, тут все так доски сломаны, как будто здесь везде вход есть. Ну здесь нигде входа нет. Так, хорошо. В смысле? Значит, тогда тебя ваншотнуло, а теперь не ваншотнуло. Так. Давайте сразу, чтоб я потом не путался, пойдем в эту сторону. Допустим. А, все? Как-то быстро. Как-то быстро. Мы просто мощь получили. Но она хотя бы быстрее. Ну, блин, я не знаю, мощь имеется в виду мощь, именно урон. Или мощь от слова. Скорость наполнения. О, да, вот я знал, что где-то все-таки добыл. Ага, все отлично. Помню же, что где-то все-таки был у нас секретный черепа, их и должно быть три в игре. Три черепа. Вот. А эти врата у нас закрыты. Знаете почему? Это врата, которые мне нужны, чтобы получить часть маски. А почему она закрыта? Потому что мне нужно еще одну душу найти. Душа, которая дается нам в конце уже вообще игры. Но мы знаем, что там есть что-то. Это главное. Так, стоять. Это я сейчас не понял. Пишет, что здесь где-то проход. А, здесь. My memory. Давай, изи. Сука. Ну, на самом деле, там... Ну, вот самый сильный именно босс, это два босса. Это которого мы убили с вами. Это голова летающих там. И финальный босс. Потому что это, типа, истинная концовка, как говорится. Ладно, потом сюда пойдем. Потом туда пойдем. Вот наш босс. Какие-то легкие, да? Но не жесткие. Жесткие легкие курильщикам. Ладно.
А почему? Раньше они показывали, когда они будут стрелять? А, по сиянию, точно! А, это одни ребра на двоих. Вспомнил, все. Чисто я вот затупил на его атаке вот с лазером. Я помню, что, в принципе, раньше показывали, когда он будет атаковать. Теперь не показывают из-за того, что я затупил и забыл. Ладно. Начинать нужно с внешних легких. Это самый быстрый способ. Ой, тихо. Возвращаемся. Или подожди, или с верхних нужно было. Не, кажется, с верхних. Ладно. Я вот не знаю, с какой он стороны херячит. Я сейчас чисто дамажусь от ничего. Максимум дамагам. Туплю. Да, я туплю. Это жопа, как туплю сейчас. Боже. А тогда я его с первого раза убил. Но я долго очень мучился, это нам предыдущим борцем. Броси, да, броси. На предыдущем боссе. Все, готово. Все. Как видите, можно вообще было без урона получить пройти. И плюс я еще косы не юзал. Не будем это забывать. Хотя.
Хотя, ладно, погнали сразу туда пойдем. Если что, босса еще раз убьем. Он там very быстрый. Косы жалко. А, вот улучшение, да. Вот, 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 скелетные кости. Да-да, это вот это вот точно уже оно. А вот теперь мы можем, кстати, двойной прыжок юзать. А вот теперь мы можем и двойной прыжок юзать. Теперь мы можем уже идти куда мы хотим. Потому что больше нам ничего не дадут. Можем идти хотя бы уже на всех боссов, какие хотим. Да-да, много хотим-хотим. А сейчас я быстренько вот сохранюсь. Мы с вами пойдем по низу. Может, этот телепорт найдем. Все, теперь мы можем чисто ходить по-быстрому. Все выполнять. Больше у нас преград никаких не должно быть. Преград у нас больше не должно быть никаких. Так, это у нас грибная локация, почти. Ну не грибная, это морская локация. Так, хорошо. Стоять, я же уже могу одно место пойти, которое мы с вами тоже открывали. Это находится в пиратской будке. Ну, мне нужен туда телепорт. Так, подожди, это куда я вообще иду? Я вижу телепорт, вот что я вижу. Я вижу телепорт, я вижу. Когда я его вижу? Сейчас. Ладно. Да, сука. Так, я помню, что где-то здесь была она. Я помню, что была где-то здесь. Мне просто в нахождении вот этого всего будет нужен один предмет, который мне дадут только уже потом. Который мне дадут только уже потом. Попробую, да, его еще найти. Правильно. Где же ты был? Помню, что где-то здесь, в стенке. На фиолетовой зоне, это я точно помню. А он где? Затрудняюсь сказать. М-м-м.
Или я помню, там очень высоко было. А, вот здесь, кажется, оно было. Да, да, да. А, короче, это титры. А, ладно, не оно. This... No. Oh, no. Кстати, это я куда хотя бы иду? А, не суть. Все равно к боссу. Хотя можно закончить. Хотите, можем закончить. А. Тоже еще один тип. Тип боссов еще один. Который я не пойму, как это убивать. Ой, стой, а я ж могу сдохнуть, так ведь? Тогда мне... ладно. Окей. Ну это, если что, такие же враги, как у тебя были. Как скелет туплюющий. То же самое. Все, нету. Если что. Ладно, косами его закидаем, да и все. Мне хил нужен. А у меня хила нету. Зато у меня много кос. Значит, закидаем его косами. Подберешь? Жаль. Ух, проживу еще немного. Повезло. Повезло, что еще проживу. Единственное, что я не пойму, куда я иду. Вот это вот единственное минус. Еще карта. Угу. У меня есть наверху про сейф и закончим. Блять, еще один. Зараза. Нужно вот эту тварь шипами убить. Все. Чтобы не мешался.
Ладно, давайте, наверное, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.